Привет, друзья! Как я рад, что мне помогли эту картину написать. Называется «Танцовщица», вы знаете. Значит, мне там Юля помогла. Она сказала, что волосы надо как-то так сделать. А потом мне еще помогли и сказали, давайте длиннее волосы сделать. Давай. Ну, какие молодцы, спасибо, наша школа. Просто прелесть. Еще мне Акбар Ашиков помог. Глаз там. Ну, короче говоря, коллективное творчество. Вот что такое синергетический диалог, когда все заняты решением одного вопроса. Это очень интересно. Новое качество получается. Я просто это пример показываю, что можно любой вопрос решить творчески, коллективно. Когда советы помогают, а не мешают. Вот это очень интересный подход. Мы так потом мозговой штурм сделаем над решением важнейших вопросов, глобальных вопросов человека и человечества. А вот, друзья, вот 7 числа в эфире Инстаграм 18:00. Это значит завтра прайм-тайм книги, вот я читаю, будет проводиться онлайн-презентация моей книги «Метод ключ от комнаты страха твоего мозга». В эфире будут обсуждаться ключевые принципы метода и секреты управления стрессом. Также будет проводиться розыгрыш 3 моих книг, вот этой книги. 3 там будет розыгрыша. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на Prime Time Box и написать комментарий. Ну, я привожу там ссылочкой. Розыгрыш будет проводиться сразу после эфира. Это издательство проводит, это не я, это издательство. А там будет интервью со мной. И будут мне задавать ряд вопросов. В чем же суть ключа? Как подбор происходит? А как, что такое звезда саморегуляции? Я там буду отвечать на все эти вопросы. Вы сможете разом сразу все, так сказать, понять. Особенно новички, которые не знают, что такое ключ. Да, об эфире, конкурсе читайте дополнительный Инстаграм, прям там бокс. До встречи в эфире 7 июня 18:00. Во, видите как, да? А я что еще хочу сказать? Сейчас такой раздрай вообще происходит в головах людей, потому что столкнулось человечество с неизвестностью, у всех неопределенность, страх завтрашнего дня, нет образа будущего. И для детей, педагогов, для всех. Я буду делать еще ролики, как использовать энергию стресса, важнейшего помощника нашего внутреннего. Я буду, слушайте внимательно, это потрясающе, я буду делать несколько роликов, как в напряженном состоянии быть одновременно расслабленным. То есть, вы представляете себе, ребенок на экзамене сосредоточен, он же напряжен, мобилизован, а как внутри, чтобы он был свободен? Да, соедините, парадокс вот этот вот, несколько приемов по ключу, чтобы вы подбирали то, что вам больше подходит, чтобы ваши дети подбирали то, что вам больше подходит, им больше подходит. Вы же и дети одно и то же. Ну, короче говоря, все мы дети. Милтон Эриксон говорил, я слышал, что есть взрослые люди, но никогда не встречал. Я тоже так думаю, мы все дети. Да, но иногда забываем, что мы дети. А если вы соедините детскую естественность со взрослым своим умом и опытом с помощью ключа, это будет та непосредственность, ну такая непосредственность, такая гармония, с помощью которой вы можете решать любые задачи гораздо лучше, чем это делали раньше. До встречи, друзья!